Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Декадная норма снега. Гомельская область накануне попала под удар стихии. Из-за непогоды обесточенными оказалось сотни населенных пунктов. Работы добавилось не только энергетикам, но и спасателям. В трех районах области они оказывали помощь передвижными дизель-генераторами. Сильный ветер стал также причиной падения деревьев. Повреждены 13 автомобилей, а некоторые машины спасателям пришлось буквально доставать из снега. Извлечено из снежных заносов 3 автобуса и 2 автомобиля. Из кюветов извлечено 9 автомашин. Также 4 раза выезжали на распиловку упавших деревьев и освобождению проезжей части в Гомельском, Речицком и Мозырском районах. Эти же проблемы автомобилистам помогали решать и сотрудники ГАИ. Для этих целей было специально сформировано 8 экипажей, которые дежурили в Гомеле и Гомельском районе. За буквально несколько часов было оказано порядка 22 фактов помощи. То есть где-то помогали выехать с кювета, где-то доставали водителя, ну и где-то, конечно же, призывали других участников дорожного движения оказывать помощь водителям, которые попали в трудную ситуацию на дороге. ГАИ напоминает, что внимательнее стоит быть и пешеходам. В условиях гололеда особенно опасно перебегать дорогу перед транспортом, а также внезапно выходить на проезжую часть. Не учел погодные условия и выехал на встречку. Такова причина сразу нескольких ДТП, которые были зафиксированы в эту субботу. Одно из них произошло на автодороге Гомель-Ветка. В районе магазина «Домашний» лоб в лоб столкнулись «Пежо» и «Тойота». В результате происшествия ехавшая в качестве пассажира в автомобиле «Пежо» 29-летняя девушка, а также 58-летняя женщина с различными травмами были доставлены в больницу. Переправу через Припять снова закрыли. Она продержалась 3 суток. Движение транспорта теперь возможно только в объезд через Мозырь и Пинск. Напомним, переправа заменяет стационарный автомобильный мост, который из-за трещины был закрыт еще в декабре. В связи с временным прекращением работы понтонно-мостовой переправы работниками МЧС осуществляется перевозка населения с берега на берег. Также о временном прекращении работы понтонно-мостовой переправы население близлежащих районов оповещено через СМС-оповещение и ФМ-перехват. Развитие ситуации зависит от погоды. Белгидромет прогнозирует усиление морозов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.